Акс Аполло. Тепер доступне на Землі. И sportbets.com. Сервис, где геймеры ставят реальные деньги на виртуальные события. Только здесь лучшие коэффициенты и самый широкий охват игр от Dota 2 до Hearthstone. У нас зарегистрировано более 200 тысяч пользователей. Присоединяйся, докажи, что ты лучше всех разбираешься в киберспорте. Кто сделает first blood? Кто заберет первого Рошана? Кто выиграет на живой раунд? Участвуй в гонке предсказателей и зарабатывай реальные деньги. Чем больше ставок, тем больше бонусов. Вознаграждение за первый депозит до $600. И sportbets.com. Живой азарт и холодный расчет. И опять-таки всем привет, добрый вечер. Мы начинаем последний матч сегодняшнего дня. Начинаем мы его раньше, чем это было запланировано. И я такой впервые за 11 сезонов StarLadder'а говорю. Ну, мы запасливые. После Dota Asia Championship мы в расписании поставили 3,5 часа на каждый Best of 3. Ну, обычно этого не хватает. Обычно. Сегодня чересчур прям. Сегодня день необычный просто. Сегодня очень быстрый каточки. Сегодня очень необычный день, потому что сегодня день рождения у Рустама. Да. Поздравляем с днем рождения, да. Спасибо. Вот, давайте похлопаем Рустаму. Сколько тебе? 17? Ой, много уже. Я понял. Ладно, Power Rangers. Еще раз для тех, кто не в курсе, к сожалению, играют не в полном составе. Не смог один из игроков после действительно многих попыток добраться сюда. И мы видим переквалифицировавшийся НС. Будет выступать в роли стендина. Ну, опять-таки, когда команда теряет саппорта, ну, да, это еще как-то можно заменить. Но когда команда теряет капитана, это проблема, наверное. Сел по центру такой, развалился. Капитаном взял, ну, сейчас. Там, да, мы-то, да, знаем, да, что НС опытный капитан, поэтому вас... в роль-то войдет свою. Короче, пацаны, возьмите не дизраптора. Кикнет кого-нибудь еще, может. После первой карты, кто его знает, да. А играть они будут, ну, про Power Rangers, опять-таки, ну, я, опять-таки, у нас даже нет видео, к сожалению, про Power Rangers, да, потому что они у нас, вот, нифига себе, они у нас в последний момент попали, и у нас есть видео про Power Rangers. Шикарно, давайте посмотрим презентацию этой команды. Power Rangers – белорусский коллектив, в последнее время набравший невероятные обороты. Команда успела завоевать себе имя ветерана в Star-серии, каждый сезон показывая стабильный результат. Победы над именитыми коллективами всегда приятно радовали их болельщиков. Да и после недавних перемен в составе уровень игры Power Rangers значительно вырос. Несмотря на то, что эта команда попала на финалы из-за вынужденной замены, от них, несомненно, стоит ждать интересной игры. Ну вот, они Power Rangers, опять-таки, по сезону они шли просто прелестно. Они там где-то дня, наверное, до 25-го они были в топе. А потом, как всегда это случается, Power Rangers... А одной игры не хватило, 10-5 у них было. Да, 10-5. 11-4 они попали бы вот как раз на те переигровки. Да, и там причем был лютый расклад. Если бы они закончили 1-4, там были бы переигровки на 6 команд, там вообще другом был бы. Ну и все бы все равно сюда приехали. Вообще, в последние 2 недели очень крутые обороты набрали. Очень хорошо выступили на Даке. 2 раза Нави убили. Да. Второе место, по-моему, заняли. Да, второе, да, да. 3-2 в Hellraiser. Могли, кстати, вообще могли взять. Могли камбэк сделать. Ну, в любом случае, да. Power Rangers здесь не смогут показать тот уровень, но... Ну что, ну, на самом деле PR все равно очень сильны, и NS, в принципе, мы разговаривали на эту тему, потому что NS говорит: ребят, я стендин, я жму кнопки, и не лезет именно. Никого кикать не буду. Но там есть дитяра, вот товарищ, которого лично отмечает почти постоянно Envy, который говорит, что это будущее СНГ Доты, этот чувак вообще лучший кэрри планеты и так далее. Ну,
Посмотрим. Серьезное признание, кстати. Ну, серьезно, кстати, да. От Envy. От Envy это ух. Не каждому так похвалят. У нас есть интервью предматчевое с NS-ом. С Power. Давайте посмотрим. Интервью, собственно, с игроками Power Rangers. Рядом со мной находится игрок команды Power Rangers Детяра. Привет. Привет. Откуда такой странный никнейм? Да, это уже более 10 лет, наверное. Давно, не помню. Отлично. Хорошо. Вы, команда Power Rangers, несколько сезонов подряд останавливались буквально в шаге от лан-финала, и наконец-то, и включая, конечно, этот сезон, но наконец-то удача повернулась к вам лицом, и так обстоятельства сложились, что вы наконец-таки пробились сюда. Насколько для вас это было как бы радостное событие, или же все-таки это больше как снег на голову, учитывая все добирание и все остальное? Да, это было слишком неожиданно, наверное. Мы играли китайские квалификации и заняли там второе место, уже готовились к той поездке на Star Ladder, буквально за один день собрались и приехали сюда. Это же получается у вас первый Star Ladder как команды и твой как игрока? Да. Ясно. Все-таки не все, к сожалению, добрались, и вы будете сейчас играть с заменой. Как ты вообще прокомментируешь? Что вообще собираетесь делать? Вы успели хотя бы с Ярославом, ну, не то чтобы там сыграть игры, об этом речь не идет, вы хотя бы успели обсудить, что вы будете делать в игре? Ну, я думаю, мы будем придерживаться плана, и если мы сыграем примерно так же, как играли, то все будет нормально. Главное, не начинать что-то новое пикать или пробовать. Ясно. Хорошо, вас сейчас ждет поездка в Китай, и так как команда достаточно молодая, и у вас за плечами не так много ланов, расцениваете ли вы Star Ladder как возможность в первую очередь психологически подготовиться перед игрой, перед широкой публикой? Я не знаю, насколько это все так работает. Как все говорят, первый лан — это довольно сложно, но мне кажется, я буду достойно играть, независимо от того, что это первый лан. Другим игрокам, думаю, надеюсь, поможет это в какой-то мере. Хорошо. И вот сейчас у вас игра против Ninjas in Pyjamas. Вы следили за игрой этой команды, вот в том числе на iLeague? Нет, я, честно говоря, не особо слежу именно за... Ну, за ними точно не следил, за другими командами, может, посматривал. В основном Джеймс этим занимался, а сейчас его с нами нет, поэтому это будет довольно трудно. Мы надеемся, что он все-таки вернется в состав команды Power Rangers в ближайшее время. Желаем вам удачи, спасибо за интервью и слово нашей студии. Сейчас он не с нами, как же это звучало? Нет, его с нами нет. Его вот с нами нет, да. Power Rangers, кстати, команда, которая выступала в 11, всех в 11 сезонах Star Ladder. Одна из немногих. И прикинь, за 2-3 почти года, или уже 3 года есть. 3 года, да, они попали на лан. Они играли здесь, в Киеве. За 3 года пробились они все-таки. Они играли в Киеве на турнире, который предварял Star Ladder, назывался Dota 2 Championship. Championship. Да, Star Championship. И после этого как отрезало. Ну, в любом случае, мы посмотрим, как у ребят пойдет без Джеймса. Играть они будут против Непов, бывшие Alliance, подписанные организацией Ninjas in Pyjamas. Давайте быстренько посмотрим, что это за команда и кто это такие эти ребята. Бывший Lions, ныне выступающие под тегом Ninjas in Pyjamas. В Star серии эта команда оказалась как замена одному из ушедших коллективов, однако молодой шведский состав с самого первого матча начал демонстрировать фантастические результаты. Опыт Эры и амбициозность его тиммейтов — это уникальный сплав, который позволил им ворваться на первую строчку в таблице и не отпускать ее вплоть до самого последнего матча сезона. Комбинация разных стилей игры позволила им уверенно войти в топ-4 и заработать путевку на финалы в Киев. А ну, собственно, вот они, Lions на ваших экранах, Ape Mother, Эра, Ханскин, Йонасом Фэн, Сил Кид. Для многих, для трех из этих игроков это первый Star Ladder. Дебютный год вообще у них. Дебютный это год, как, да. Как Ашеры, вот, играют первый год в топе с прям жесткую-жесткую доту. Ну, если Эра у нас, да, товарищ опытный. Эра опытный, Ape Mother тоже подхлебал чуть, играл уже стендинг за Alliance. Ездил куда-то, по-моему, на LAN даже, то ли в Китай он ездил. Сюда он ездил? Он здесь был на прошлом финале, да? Точно. Вот, и три парня, такие друзьяшки Эры, понабрал
игроков. Нормальные ребята, так реально они отыгрывают очень хорошо. И вот когда их взяли, я помню просто тот момент, когда Тинкера распались, да, команда, и они были на Старладере, и нам надо было найти замену довольно быстро и так далее. Нам предложил, я не помню, по-моему, Cyberkman. Ребята, обратитесь к Lions, хорошие же коллективники, ну давайте позовем. Когда был анонс, там все писали, боже, каких-то ноунеймов позвать, кто это такие вообще? Они же там 0.15 закончат, и Lions шлеп. И все отлично. Топ-1 были до последнего матча сезона. В последнем матче сезона они проиграли у Empire и упали там. Ну, они как раз за первое-второе место боролись. Да. И, в принципе, ничего страшного, что и ты топ-2 занял. Нормальные ребята. Давайте посмотрим интервью, собственно, у нас с Эра, если я не ошибаюсь. Давайте глянем, что нам Эра сказал перед этим матчем против Power Rangers. Well, we're here with Adrian from Team Ninjas in Pyjamas. Hi, Adrian. Hey. How are you doing? I'm just fine. And you? I'm fine, thank you. Well, you haven't been to Kiev since the last winter, I believe. And are you happy to be here, to be back again to Kiev with the new team, as a leader of a new team, I believe? Yeah, of course, it's always nice to be back. I always said that the Starladder LAN is one of the better ones, and it's been improved since I was here at the last time, like the new Twitch launch and everything like that. So, yeah, it feels great to be here with the new team and everything. That's great to hear. Well, you got a slot to Starladder replacing Team Tinker, and eventually you had super successful season, literally crushing your enemies. Do you think this success was one of the reasons why you got that Ninjas in Pyjamas sponsorship? Well, I definitely think the few wins we had over the bigger sponsored teams for sure made it happen like a bit easier. But we were actually already in a bit of a talk with them before. Of course, nothing was certain, but for sure, every single win proves that you're worth something, right? So obviously, getting this name by all the tournament matches we play, like the BOCE, and I think we even like the I-League stuff and everything like that. So of course, every match proves its worth. But yeah, I definitely think it helped a bit at least. Well, your upcoming game is versus Power Rangers, and you obviously have been preparing to face IG, maybe using your experience you got in I-League. So do you consider Power Rangers to be less convenient opponent for you, considering that fact that you lost them during the regular season of Starladder? Well, I think we're kind of prepared for everything, to be honest. Like the not facing IG thing was to, like, just because it was like one day prior, maybe was the only thing hurting because we were checking them up and stuff like that. But we're definitely not scared of any team here. But we do still think that all teams here are actually stronger than maybe the bigger teams right now, like the EG, Secret, you know, all those shuffled teams. We don't see them as scary at the moment. We see Empire, PR, and Hellraisers as the scary teams for the moment. So not less convenient at all. We're prepared for all the teams, and we're not scared of anything. You're professionals. Okay, thank you for joining me. Wish you best of luck, and back to studio. Чудесное интервью с Эрой. Ну, в принципе, я думаю, все понятно, если кому там что непонятно. В двух словах, собственно, что действительно считает он, что вот результат во время регулярного сезона помог им получить спонсорство от Непового. Считает он, что, в принципе, команды, которые... Вот это очень интересно, это, что команды, которые играют здесь, PR, Hellraisers, Empire, они даже опаснее, чем вот эти вот Secret и EG, которые там перемешались и еще нигде не играли. И поэтому, в принципе, вот они готовы ко всему. Ну, вот, кстати, это интересное мнение. Вы так считаете, что вот эти команды действительно вот на данный момент сильнее, чем EG там и Secret? Ну, вот эта команда очень амбициозна, как говорили. И это действительно так, потому что игроки очень... Ну, Эра тот же самый. Эра, в принципе, со своими знакомыми может сделать очень многое, как и сделал уже в Lions, и PR для них сейчас будет, ну, не такой уж и трудной проблемой. Я вообще думаю, что для PR вот не самый удобный противник. Вот там было бы с нами противостояние вот сейчас вот в этой сетке, я бы там 2-0, 20 минут, это нормально, это понятное дело. А тут как-то NIP, PR как бы катались топом Европы сперва, вышли эти ребята, один сезон Starladder, они приезжают сюда, и противник такой, скажем, темная лошадка. Темная лошадка, да, и тяжеловато будет PR. Ну, я вот тоже не знаю, мне кажется, что учитывая, если был бы полный состав, я бы, наверное, предпочтение отдавал бы здесь Power Rangers в очень упорном матче. Но сейчас я, наверное, все-таки сделаю ставку на NIP. Я тебя поддержу. Я хоть и болею всегда за СНГ коллективы, со всеми дружу. Ну, хочется, чтобы в полуфинале хоть один не СНГ коллектив был. Когда я делаю ставки, это ставка. Да ладно, это, не это хочется ставка. НИПы 2-0. 2-1. Кто? Сегодня день 2-0. НИП. Да, сегодня день 2-0, но вот сейчас будет 2-1. Но я на 2-1 поставлю, я думаю, что НС одну карту должен просто... Обещал. На Рубене каком-то, Валерьевиче там,
дать жару, да? Ну, сегодня от меня антиставки, поэтому 2-1 ПР. 2-1 ПР. Ты, да. веришь. Ну, НС надо поддержать, да. Ну, как-то взяли его. Ясно. Ну что же, ребят, заканчиваем мы наше короткое превью. Мы обязательно здесь соберемся еще после матча, подведем итоги целого дня. Ну а сейчас давайте смотреть. Ninjas in Pyjamas против Power Rangers. Вот на ваших экранах ПРы. И вот они, Ninjas in Pyjamas. И менеджер команды за спиной. У них вот у шведских команд так повелось, что у них менеджеры девушки. У Alliance и вот у Ninjas in Pyjamas менеджер тоже девушка. Так же, как и у Secret раньше тоже девушка была менеджер. Интересно, ну, тенденция. Парень менеджер может и накричать, а девушка не сможет. Так что ну, типа, попроще. Да. Ну, парень менеджер еды не приготовит, если вдруг где-то на Bootcamp. Тоже вот проблема. Минус, да. Минус. Что он тебе приготовит? Я вам там этого доширакчика сварил. Вам какой? Свиной или говяжий? Подскажите сами, лучше приготовить. Да, да, да. Джиггернаут первый пик, Виномансер второй, Вичдоктор Войд у Power Rangers, ну вот такие вот интересные. Наконец-то, Фэслс Войд. Да, кстати, все не было? Не было. Не было. Я о чем говорю, Джиггернауты пикаются, а Фэслс Войд против него не пикается. Ерунда. А сейчас появляется, хорошо. Согласен, это как-то неправильно немножечко. Да. Надо больше Войдов. Тем более с Вичдоктором там берешь и поехали. И еще так комбинация-то ужасная на самом деле. Тут можно и под эту хроносферу еще что-нибудь потом поинтереснее взять. Ну да. Как бы вообще Void герой отличный, но все равно я не считаю, что это герой, который сейчас, вот даже на этом лане, которого стоит брать там вторым пиком. Ну, его надо на потом ставить, его все равно кто не забанит. Ну или забанит. Не, ну типа пока он не популярный, да, возможно бы и не забанили. Ну а по поводу того, что вторым пиком взяли... Ну, решили не рисковать ПР. Ну, вот Джиггернаут, он же всех выигрывает. Ну, надо что-то против него сделать. Ну, пожалуйста. Да? Вот Ханскин конкретно понимает, чем играет Power Rangers. Видно, что действительно шведы готовы. Бан Зевса — это не просто так. Это Шачло, это Зевс. Все смотрели Dota 2 Asia Championship квалификации. Все смотрели этого Виспа. Все смотрели этого постоянного Зевса в медиа. Ну, очень неприятные герои, когда исполняют белорусы на них. Ну, вот поэтому они оба в бане. Как бы. По поводу NIP, да, они вот в интервью с Эрой напоминали, что вот, да, ребят, съездили на Э-лигу. Там, к сожалению, сразу после Нового года их очень-очень серьезно там поубивали. Mm-hmm. Они там проиграли у MVP Phoenix, кстати, 2-1, и проиграли еще у кого-то из китайских коллективов, не помню кого точно, то, собственно, съездили так, скажем. Прогулялись. Прогулялись, туристами. Да. Ну, это опыт. Это всегда опыт. Не, ну, радует то, что хотя бы команда следит за противником, то есть да. Готовились, это уже хорошо. Да. И не, ну это важно. То есть, как бы, когда ты просто от дупля начинаешь каких-то там героев банить, ну это же совершенно неправильно. То есть надо же, наверное, знать, что вот против этих парней надо банить тролля там, или еще что-то. Кстати, тролль, да. Вот я тоже так подумал, кстати, тролль. Вообще, тут я вижу, NIP-то забанили аппарата, все-таки побаиваются они этой вот связочки с атмосферой каких-то таких. Не, ну это да, ботов. Это просто очень жестокая штука. Да, Джекиру появится. Думаешь? Вот прям чувствую. Дизраптор. Дизраптор, ну не у той команды, блин, понимаешь? Да, НСу не дали, опять. НС не будет играть на Дизрапторе. Вот же, ну, мы понимаем, Санейка будет играть на Вичдокторе, а НСу мы еще героя увидим. Джакиро. Да. Джакиро. Нет, Джакиро на оффлейн. Нет, понимаешь, для пэров получение НС это плюс огромный. Люди болеть будут больше. Больше фан-база увеличивается сразу. Фан-база сразу такая, все. Да, у нас под вечер стало, конечно, поменьше народу, будний день. Но в любом случае приходите к нам. И на завтра, и на послезавтра, и даже на воскресенье еще есть в арене места. Да и после лан-финала приходите. Да, самое главное. После лан-финала куда? Куда? Не, просто играть? На следующие, на следующие выходные. Я думал, куда он их приглашает. Просто на следующие выходные тут финалы Старладера Пололо. А, нет, тогда не надо. Шучу. Приходите. Финалы Пололо – это все-таки тоже финалы. Как ни крути. Там тоже играют команды разные. Лол. Да. Зачем? Я не знаю, неважно. Что-то мы не в ту сторону уехали немножечко. Да, у нас третий пик там. Думаем, под Фэслс Войд опять. Нет, вообще вот тролль. Вот сейчас, по-моему, идеально. Нет, вот тролль, да. Не, ну это Рубик для НС, да, или для Санейка. Нет, Санейка будет на Рубике НС, на Вичдокторе сейчас. Ну, короче, посмотрим, как оно будет. В любом случае, Рубик. Рубик хороший, но... Вообще, я бы посмотрел за последние две недели винрейт Рубика.
Вот я вспоминаю просто игры Aloha Dance, там зажигали на финалы Dread, там. Да, DIC, да, вот. Они там все просто выигрывали. Эти рубики с Аганимом бегали постоянно, то есть да? Это был ужас какой-то. Блинки, форстаффы, аркан тапки и поехали там, да. Это рубики довольно опасные. Dread исполнял действительно крутейший матч, тот же Aloha, то там винрейт просто нереальный на нем. Вот. Так что герои на самом деле действительно неплохо заходят. Надо просто уметь. Уметь надо. Умеют ПР. Правильно. Может, НС умеет тоже? Может, умеет, кто его знает. Он там сидит, вот это какие-то там матчи там комментирует. Анализирует. Там, по ночам Рубика. Рубика там тренирует. Рубика там. Так, чтобы ого, чтобы уметь все на этом Рубике. Ну, кстати, здесь Рубик с Аганимом будет вообще оптимальная вещь такая. Все есть воровать. И у Джиггернаута с Аганимом, и в Домансеру, и Дисраптора прям вот супер. Не, да, хорошо. И теперь не должны думать, блин, а что дальше брать такого? Там же Рубик. Законтрить Рубика? Не, ну есть как бы Faceless Void, там вот, надо Войда как-то еще контрить, а надо кого-то такого сильно давно. Джиггернаут это круто, короче, тролля надо брать. Виномансер, Дизраптор, при чем тут тролль вообще, как он с ними вообще в одной коробке пишется? По-моему, никак. Не, ну Джиггернаут нормально. Абсолютно никак, по-моему. Или может быть как-то пишется, кто его знает. Ну топ-тайм уже пошел от времени Муханскина, что действительно призадумался он после пика Рубика со стороны противника. Да, ну ух ты. А привет, вот братан. Тоже давно не видели. Да. Хотя был нереальный хайп на этого Угрмага. Ферсики и так далее. Да. Причем очень долго. А потом как-то все. Угрмага практически перестали брать. Вот опять-таки первый Угрмаг у нас здесь на финалах. Ну где же Джакиро? Вот теперь уже... А, ну кстати, на оффлейн-то еще можно поставить. Конечно, можно. Здесь же сейчас будет Виномансер как кор-герой. Это Shadow Fiend. Опять-таки, не раз мы видели и от Power Rangers, в частности, SF, и получалось плохо. Вот китайцы довольно много начали его пикать в последние дни, когда вот, опять-таки, эти квалификации на Dot Asia Championship шли. Там действительно хватало пиков. Ну, вот SF-чика. Эти вот SF-чики с Меканзмом, на Миде. Да. Хороший SF, кстати. Он быстро фармит Меку. Он действительно полезен. Я не считаю, что это правильный SF, но... Ну, потому что, блин, какой SF с Мекой? Ну, вот, ну просто непривычно, да. 400 маны, 220 Мека стоит, или сколько там, я не помню. Ну, тролль-то, кстати, баня. Ну, в последней стадии, что самое интересное. А тролль бы хорошо заехал. Войд, Вофлейн, Вещдоктор, Рубик, Тролль и Шедуфин. Было бы очень круто. Согласен. Постоянный ультимейт, ну блин, не дают, мы видим. Есть еще герой, который у нас тоже в тренде и пока не в пуле, и не в банах. Кто? Акс. А, да. Кстати, хороший персонаж. Вообще и тем, на самом деле. Если посмотреть. Ну лучше не пам, наверное. Ну потому что ПВРом, хотя ПВРом тоже можно, почему бы и нет. А триплой с Аксом сложно, ведь что-то захиливает. Да. Кстати, ну, нормальный такой пик был бы. Ну вот, есть еще один бан у Power Rangers, это бан Вайпера. И бан Вайпера почему? Почему? Потому что Вайпер против кого хороший? Против Акса. Очень хороший. Ну и так-то Faceless Void особо тоже не рад будет этому персонажу. Да и Сэв будет не рад. Да, ну короче. Короче, не будет Акса, наверное. Да. А может будет. Нет, альтернатива Вайперу, Разор. Last пиком. Блин, дожились. Тролль первый бан. Ну, Акс там. Ну, я говорил, ты в другой команде хорошо. Но... Не бы его забрали, потому что ПР бы его забрали. Это было это логично. Да. Потому что, ну, против Акса тут было бы очень жутко, не пойму, играть. А с Аксом им будет довольно забавно. Но вот тут теперь вопрос по линиям. Ну, просто а Акс в сложную. Ну да, Виномансер мид, Джаггер фармит. Джаггер с триплой. Ну, Акс там в леса, понятное дело, потом уйдет. Лич Доктор с Рубиком, в принципе, могут его погонять. ПРы. Ну что, Faceless Void, сложное, легкое? Ну, я думаю, что все-таки сложное. Сейчас будет добирать, собственно, героя для Дитяра. Ну, Дитяра может отыграть и на войде, в принципе, неплохо. Нет, это Некрофос. Отличный пик. Да, действительно пик хороший. И неожиданно, что самое интересное, Некрофос сегодня мы тоже не видели. Да, и вот ты смотри, как хорошо-то команды понабирали каких интересных-то героев. И Войд у нас, и СФ впервые, и Некрофос, ну и Акс уже в сотый раз, там Гурмак. А Шашло будет играть на Некрофосе, а Дитяра будет играть на СФе. Ух ты.
Ух ты, ну, Offlane Void, тут, я думаю, понятно. И Некрофос, Трипле, они, в принципе, говорят, вот тут DTR на ваших экранах, ну, там дальше сидят остальные. НС объясняет? Да, объясняет. Так, НС уже дает инфу, говорит, ребята, этот герой плохой, этот хороший. Туда пойдем, сделаем то, сюда пойдем, сделаем это. НС обещал сразу после игры ворваться на студию аналитики, проанализировать свою игру. Да, конечно, это обязательно. Куда же без этого? Ну что, итак, за Dire. За сторону Dire начинает эту Best of 3 серию. Ханскин на Дизрапторе, Эра на Джиггернауте, Ape Mother на Виномансере, Йонас Амфен играет на Аксе, Сил Кит играет на Угрмаге. Давайте немножечко им похлопаем. Ninjas in Pyjamas. Ну и против них Шачло, Некрофос, НС на Вичдокторе, Сонейк на Рубике, Титяра играет на Эсэфи и Чеширский Кот на ФСС Войде. Наши гости из Беларуси – Power Rangers. Best of 3. Победитель попадает на Asus Polar. Проигравший сыграет против MVP Phoenix. Завтра. Смотрит, стоит на нас, смотрит Иван. Садись, комментируй, Иван, не смотри на нас. Иван пойдет спать. Не хочет Иван комментировать. Да, ну ладно. Вообще, по поводу пика, вот, ну, меня расстроил немножко пик Виномансер. Я почему? Очень. Ты не любишь, ты хейтер. Я кор-герой Виномансера, хейтер. А, ты хейтер, мид Виномансер, кор-герой. То есть суппорт Виномансер, это типа нормально. Кайф. Ну, типа такое нормально. А ну, мидер или там, не дай бог, керри, это вообще жуть. Короче, это ты просто на интернешнл не ездил, поэтому. А, наверное. Да. Там Виномансер миллиарды выигрывал или миллионы. Ну, просто мне даже интересно тоже опять же винрейт посмотреть того Виномансера, какого героя, потому что ну не заезжает как-то. Не, ну плохо, что Виномансера нам не дают, ну что нельзя посмотреть статистику Виномансера кор-героя или спорт-героя. Да, тут начинается. Даня, хочешь, я сейчас помогу? Возле входа из арены Дэнди автографы раздают. Все туда? Да. Он сейчас уйдет через 2 минуты, так что поспешите. А, ну что, поехали по линиям. Все, всем стало внезапно пофиг на Ninjas in Pyjamas против Power Rangers. Давай стрим, как раздает НС апографы, поведем. Тут интереснее. Ладно, я пошутил. Ему надо идти, он завтра придет, не переживайте, ребят. Да, завтра в 5 часов вечера Na'Vi Empire по расписанию может начнется немножко раньше, так что будьте готовы завтра смотреть El Clasico в первом полуфинале. Будет интересно. Ну а вот Asus Polar в последнем матче дня будет играть против победителя вот этой вот пары. Смотри, Чешский Кот уже тут на сложной линии начинает получать от Огрмага. Все-таки вспоминаешь такой Ignite. Ignite действительно это очень больно. Это неприятно, ну, да, на первых левелах. И терпит у нас товарищ Чешский Кот. Ну, правда, много хила на линии. Не, ну, смотри, второй левел сейчас получит. И ну, это будут его, конечно, поджигать. Тут он второй левел не получит, если он ее еще будет долбить. Вот этой вот. Смотри, до конца, идет. Ну, сапога нет. Как вот Огрмаг без сапога? Это не очень. Че, он слушай, вообще без сапога на линию пришел, не мог понять. Иди, возьми, что-то крутое, иди, убивай там. Ape Mother в миде тем временем 6-1 против DTR 4-1. Мне очень интересно, как будет качаться Ape Mother, будет ли это варды. Вот Виномансера в миде через варды я тоже не люблю. А через что тогда его задевать? Мне нравится Виномансера через гейль. Вот гейль и этот варды, это не круто. Вот не круто, и все. Ну, хотя... Неважно через что, он вот Виномансер, который выносит на там 25-й минуте Аганим, этого хватает. Это настолько недооцененный герой в плане драки. Ну, дэмэджи, конечно, он миллион вносит, да? Это понятно. Но вот ты посмотри, какой пик будет у ПР, какие будут герои, какие будут у них артефакты. Это СФ с Мекой и это Некрофос. Это Вуду Ресторейшн от Пич Доктора. Какой ну, Виномансер? Ну, это типа да. То есть этого типа не хватает немного. Будет не хватать немного, скажем так. Ну, посмотрим. То есть, конечно, план команды не, довольно неплох. Дэмэджа у них хватает. Там тот прыгает, тот ультует, тот там слэм-данками раздает. Но, конечно, ты действительно хорошо отметил, что хила там очень много. И, знаешь, Шачло, там будут появляться нереально быстро хорошие артефакты. И мы видим, не особо-то печалятся. Ребята из ПР, они уже добрались до Т1 Тавра, и они его сейчас заберут. Очень важный момент, да, Акс на сложную линию сразу не пошел, и поэтому дал возможность трипле ПР им действительно пушить. Моментальная реализация, да, этого, моментальная просто, и надо идти дальше. А миди фрозблад, и Влад его не увидел, но это нормально. Это уж. Это нормально. Ну, убили Шадухинда, ну нормально все, ребята, все хорошо. Там Тавр тем временем упал. 1-0 счет по фрагам, NAP зарабатывает ФБ, убивает Дитяра, там, кстати, был еще рядом Рубик не успел просто никак помочь. Ну, и в итоге 1-0 по фрагам, 0-1 по товарам.
Все нормальное начало для Shadow Fiend'а, это стандарт, в принципе, да, SF очень легко гангать, особенно когда это делают два суппорта со стороны противника. Я удивлен, что Акс не потянулся, например, да, это было бы еще куда успешнее. Пятером бы его убивали, ну, там такое. Просто, да, ну, а это ты вспомни, как SF убивали у нас, в какой матче там. Где он не на этого пытался выхиливать. А, да-да-да-да-да. Там вчетвером укрывали. Так что нормально. Ну, Дитя Ратус свое все равно будет набирать. У него 13 на 3 крипстат. У Винобансера, ну, мы видим, какой крипстат. Ну, СФ такой герой, да, мы знаем, что чем больше у него левел, тем легче ему и тем проще ему фармить, тем лучше у него крипстат. Свои артефакты он все равно вынесет. Убивай ты его, не убивай. Все равно СФ будет иметь смену. Правда, если его раза 3-4 гангануть, да, то, понятное дело, ему не получится вынести там ПТ-меку, там, не знаю, на 11 минуте, да, или на 12, как обычно это делает СФ, которым дают свободу действий. Смотри, Мавр тем временем Black Ward он расставляет, и он уже третьего уровня, то есть более-менее там чешуйский кот, драка с Ханскином за руну, ну, Слосвейт эту драку выиграл, ну как выиграл, получает Fire Blast, получает Ignite, и до конца. У него кулдаун 12 секунд, если будет до конца бежать силкит, может, ну там тапок, там тапок, там тапок. Тут чешуйский кот спокойненько отсюда уходит. Ты посмотри, Джиггернаут, какой нестандартный айтембилд пошел, ну нестандартный хотя бы для этих клан-финалов. Ну ничего себе, Адриан, ты не купил фейзы? Подташечка. Все. Все, все сейчас просто дота взорвется. Это как это? Все же покупают как по гайду. Фейзы, Madness и поехали, поехали. Так а может быть здесь и Madness также не будет? Что, я рад, ну, что-то может интересное. Быть, может быть, может быть. НС будет горд. Но он будет не рад, что начали это делать как раз в матче против него. Да, да, да. А не в каком-то другом. Марч, например, мог это склепать. Паузу просит Ape Mother. Что у них? Не знаю. Просили на IP-паузу. Ну, надо реконнектиться, может быть, какой-то баг. Какая-то, не знаю, решетка вместо этого, знаю, вместо мышки или как это называется. Да. Бывает такое. Расческа. Щеточка, расчесочка это, да. Неприятная штука, которая до сих пор почему-то багает. Сколько лет багу. Ну, кстати, я последние месяца три не видел ее ни разу. У меня вот во время эфира случилось буквально, я думаю, ну, недельку назад. И было неприятно немножечко. Что? Я думал пофиксит уже. Вальве, Вальве. Эй-эй-эй-эй. Что-то да пофиксят они когда-то, может быть. Ну, по-прежнему, у нас же Dota 2 бета. Когда ты заходишь в Steam. Да, кстати, директорию прописываешь. Директорию прописываешь, тебе пишет Dota 2 бета, где там у тебя реплеи валяются и так далее. То есть, Вальве, алло, мы уже как? Какая бета? 11 миллионов долларов, да. 11 миллионов долларов призовой и 12 миллионов людей играет одновременно. В бета. В бету. Да. Неплохо. 12 миллионов людей. Ё-моё, да это долбанная Венесуэла по размерам, я не знаю. Не, страшно представить, сколько людей будет играть, когда она выйдет в релиз. Ну да. Объявление на весь мир. И тут она внезапно выходит. Весь Китай просто. Просто весь Китай. Ну хотя, если весь Китай внезапно начнет играть в доту, там и так почти все играют. Ну да. У кого компы тянут. Ну вот они, непы на ваших экранах. Серьезно настроены. У них начало, в принципе, более-менее. У них есть конкретный план на игру, потому что было видно, что ну, пик у них был продуман и хорошо изначально. Да, потом, конечно, вот этот вот Виномансер уже под конец пика Power Rangers уже стало понятно, что... Не ну, очень вклеивается. Да, 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 не очень он вклеивается. Но они пытались реабилитироваться этим последним пиком Акса, чтобы создавать эту самую агрессию. Ну, действительно, правильно сказал, что все по плану. То есть Акс лесной, не выходящий на линию, они готовы были отдавать тавер, они сознательно шли, они шли на то, чтобы делать какие-то ганги на мид-линии на СФ. Пока вроде все окей. Да, ну и Шачло, как и предполагалось, очень быстро, он, конечно, все-таки и вышка досталась, выносит себе Мидас на линии. То есть у него сейчас появится через одного крипа, но вот мы видим, страшновато Шачло. Не бежит он куда-то вот там, не знаю, куда-то вот сюда, вот здесь стоять, бить крипов, уже понимает, что он могут его там где-то и приговорить, если будет слишком далеко залетать и слишком наглеть, скажем так. Так что, ну, Некрофос, конечно, герой хороший, но убить его не так уж и сложно. 700 хп. Ну да. Джиггернаут у Аксу это не проблема вообще. Потерял пока просто из виду он второго суппорта. Первый-то вроде вышел на сложную линию, непонятно, где бегает Дисраптор, поэтому действительно остерегается. Ну, а пока на линиях-то все спокойно, то есть... Вот мы видим, чем занимается Тиара. Очень довольно-таки грамотное решение, опять же, стороны ПР, то есть освобождение фарма для своих суппортов, и при этом сами керри или там семи-керри героя, они стягиваются куда-то в леса, фармят стаки и так далее. То есть это практикуется не только на сефах, но и на остальных персонажах тоже. Да, ну вот мы видим, там глимпсанули. Кстати, будет сейчас крик, проблемы могут быть у чешского кота, успеет ли он отпрыгнуть? Да, успевает отпрыгнуть. Еще по страховочку приходил там у нас товарищ Санейка, но страховка была не нужна. Тут не так легко поймать, скажем так. Ну что,
НС тут тем временем третий левел, что у НС с левелом вообще беда-борода. Седьмой у СФ, где второй саппорт у нас Сенека, Сенека четвертый. Тут саппорты у нас тоже у одного четвертый, у второго четвертый. То есть вот, ну в принципе более-менее ровно идут, чуть-чуть НС остается там на пол левела. Не особо это там много. Ну и Акс, лесной Акс. Что, лесной Акс, как лесной Акс? Что там может быть? До появления даггера у него мы о нем вообще ничего сказать не можем. То есть, когда он уже начнет с даггером куда-то прыгать, и тогда уже можно будет сильно оценить, насколько правильно фармил Акс, насколько грамотно он может реализовать этот свой даггер. А пока это просто персонаж, который не помогает команде, скажем так. Да, ну пока да, пока это идет игра 4 в 5, но по сути тут нет понятия пока игры, пока ребят стоят на линии. Это стадия как бы лейнинга, тут, ну, какие кому претензии могут иметься? Да, наверное, никаких. Хороший рун. Стоять себе, да. Окей. Да. Хороший рун теперь не взял себе СФчик, пришел, подфармил в миде крипов. Ну, фарм у него действительно уже пошел. Если даже сравнивать по крипстату, видим, что неплохо держится СФ. Не, ну да, это самое главное, как бы, то есть то, что ему там саппорты немножко помогли, то, что он на линии, да, ну, несмотря на то, что он отдал фрисблад, ну, все равно, как бы, СФ это тот герой, который, ну, невозможно не нафармить, скажем так. Его хоть на суппорт оставим, все равно нафармить. Эйпмазер гелем помазал у нас дитяра. Эйпмазер гель имеет первого левела, но в любом случае останавливает этот дитяра так немножечко, не дает ему вперед идти. Ну и тут уже пошла вот такая атака. Глимс второго уровня. Ай, хорошо. Дитяра пытается драться. Эйпмазер, ну, тут ты видишь, что тут нет такого. Вот и некро приходит. Ой-ой-ой-ой-ой! Жесть, это минус 3. Просто подошедший некро все сделал. Там, конечно, Эра добил все-таки Санейка, ультанул он по нему и убил. Но вот-вот, казалось бы, все, без шансов здесь для СФ, но СФ оказался плотненьким. Ну, признаться, он долго жил, когда его трое били. Да, так стяжка Акса-то. Я думал, что там все, что сейчас моментально будут минуса, и на этом все закончится. Ты смотри, и моментально у СФ после этого замеса появляется необходимый артефакт. Ну, это шикарно. Да, да. Девятая минута. Девятая минута. И это ФБ отдал. То есть... Да, и это отдал ФБ, товарищ. Ну, вот один фраг. Два ассиста при смерти и динамиканзм очень-очень своевременный. Ну, кстати, а сейчас надо, наверное, тогда толкать вышечки или что? Я не знаю, что делать. Вообще, я просто не представляю, что будут делать ребята из NIP, если в пятером соберутся ПР. Опять те самые три апхила, воду Ресторейшн, вот эти Деспульсы и Мека и... Все. Все. А там нету нюка, там есть просто... Там на топе, смотрите, там доты. Эра раскручивается, пытались втроем его забрать, но вот его Блэйд Фьюри спасло. Ну, Санек, кстати, Эра играет как в последнее время многие джиггернауты, он Блейд Фьюри качать не будет, качать его будет только там для того, чтобы вот на единичку, да, для того, чтобы он убегать. Там тем временем Глимс возвращает у нас чешского кота, и на этот раз есть первый слэмданк. И будет ли второй? НС проклял, НС пока живой, силкит за ним, НС пытается уйти. Глимс, ну, куда, он уже никак не сцепить, сюда пошли уже ТП. Ну, довольно-таки интересно, почему шачлось, натягивается без МП. НС не убили. Успел у нас сюда убежать. Бежит. Снейк домой. НС, мы видим, тут тусуется. Четвертый левел пока. Надо ему где-то поднимать экспу. На какую-то линию пойти подлечить. Ну, все-таки Эра идет по стандарту. Угу. Момочки. Ну, ПТ. ПТ это уже радует. Что-то меняется. Не с той стороны зашли там. По-новому оценили. Да. Считают, что нет. Наверное, ПТ это... Получше будет, чем ФЗ. Хотя, блин, ну, ПТ штука неплохая. Как бы дэмэдж немножко меньше, но мана есть лишняя. Да, переключается и так далее, обузные вещи. Драк у нас тренинг за руну, тоже Маур дает на мозгель, но первым оказался дитяраное появление необходимой руны. Сразу же завязал и ушел. Ну да, то есть спокойно, медленно идет, его грызет там понемножку. Появляется довольно важная штучка сейчас у Акса. И вот сейчас Йонасом Фэн уже сможет врываться не только с помощью Глимса. Ой, ты посмотри, дитяра в упор просто Хацки, ну на, еще один койл нужно дать, был Глимс. Тычку, дальний достает. Койл, хорошо. Не ожидал Хацки, хотя инфа же как была. Как не ожидал, он же должен был знать. Ну да, инфа же была, что ж ты так нагло-то играешь. То есть тут Хацки, конечно, ошибается. Очень хорошо знал, что, собственно, будет где-то рядом СФ у него в инвизе, но вот мы видим, не пошло. Ой-ой-ой, как неприятно Эре. Эра. Раскручиваться надо. Эра, ультимейт, раскрутился, и это минус Эра. Да все, Меканс, Диспульс, я вам не слышу, уходит никуда. Казалось бы, Некрофос с Мидасом. Ну да. И Некрофос, кстати, через 2000 уже будет с Аганимом. Так это вообще артефакты появляются у ПР просто как-то очень-очень быстро. Да, все очень хорошо. Чешский кот получает пространство для фарма. То есть у него там тоже скоро появится Madness.
Ну, Power Rangers начали эту игру очень даже неплохо, но вот опять-таки не было еще какого-то организованного, вот этот был первый организованный врыв от Непов, да, закончился он плачевно, да, там миди, там сэпа, ну, а второго не было, посмотрим, что будет здесь. А здесь пытается уйти Шачло, и его не видно. Ну, в принципе, они и знали траекторию движения Бойда, просто они думали, что, возможно, он слишком далеко ушел. Может быть. А там, на самом деле, возможность была зацепить даже сквозь лес. Да, просто глимпсануть, и как бы дальше там бой был бы не проблемой. Его бы точно бы разложили там на запчасти. Да, на первом месте по Нетфорсу, понятное дело, Некрофос, на втором месте SF, а дальше просто провал. Дальше 2000 разницы, и потом только идет Виномансер, Акс и Джиггернаут. Джиггернаут, опять-таки, на пятом месте по фарму идет. Ну и не похож этот герой на, скажем так, мейн кэрри, что ли. Да, ну и Виномансер пока тоже не особо похож на кор героя. Видимо, покупает себе ХДРС, Миканза у него появится намного позже, чем появился у Дитяра. И стоит отметить, что ИСФ тоже покупает себе рецепт на Hand of Midas. В плане интересно. Фарма тут очень все хорошо. Нет, ты видишь, у него Midas появляется сейчас на 13-й минуте. Это, в принципе, нормальный Midas, а учитывая, что он после ПТ, Меки и Банки, ну а почему бы нет? Да, конечно. Раз фарм идет, можно позволить себе Midas. Да, враг не бежит, не убивает тебе товара, не устраивает тебе драк. Ну окей, покупай Midas, он тебя купится через 15 минут, все нормально будет, все равно тебе играть это время. Ну плюс у тебя так спид будет. Да, ну вот кот себе необходимый уровень наконец-таки набрал и попробует, возможно, реализовать как-то. Ну вот, например, сейчас Найру бросает, ставит Хроносфера, а тут уже его тиммейты, Десвард, и это минус. Ай, там еще Якс влетает. Ай-яй-яй-яй, как его подняли здесь! Ой-ой-ой-ой-ой. И Виномансер ультанул, и он тоже может погибнуть, кстати. Виномансеру надо бежать, НС за ним. Нет-нет-нет, все-таки тут решили пара развернуться, потому что здесь Угармак накрыло просто всех. Виномансер там же всех тоже проклял, Шашло рядом, надо выхиливать. ТП-аут и пытается все делать, Дитяра погибает, тут сейчас все могут поумирать, если хватит хила. Конечно, то останутся, Эйпмазера должны добить, да, забирает Санейка фраг. И приходит через кот в развороте, Ханскина будет добивать, даблкил там тем временем уже от Санейка, Ханскин пытается уйти, кот до конца. Таймволк будет через 5 секунд, я думаю, не отпустят. Так, да ладно. Эх, не пошли по там. Побоялся какой-то кинетик. Ну вот он хил. А там глимсанули, ты посмотри. И Джиггернаут минус, отлично. Это неплохо. Вот тут хорошо сыграл, Эра и отомстил. Ой, кстати, а не отдал ли он сейчас мне слэш? Отдал мне слэш, но у Рубика это такое. А Джон Суфан не захотел ли там ворваться в двух персонажей, которых нет маны? Побоялся, думаю, может сейчас где-то кто-то подойдет. Ну, вот файт рекап, не знаю, покажет. Да, покажет нам все, 4 в 2, но плюс не такой уж и большой ПР. Вот то, что потеряли СФа. Угу. Нормально. Вот если бы SF сделал таки тот ТП-аут, то драка, конечно, была бы шикарная. Но так его спели. А с другой стороны, на IP, если Пакс хорошо ворвался, не под каски, которые в него уже летели, да, тоже могло быть все иначе. Но пока действительно ПРы показывают, что фарм изначально и фит изначально для ПР он прошел успешно. И те артефакты, которые они умеют, они уже дают большой плюс. Стоит отметить, что и Venomous Gale зашел по всем, и зашел по всем ультимейт Дисраптора, но в итоге забрали только одного SF-а. Они все проседали, нереально проседали. Все-таки Voodoo Restoration от NS и Деспульсы спасли ситуацию. Хотя Voodoo Restoration там в единичку. Такое, можно было бы и гридануть. У NS в 2 вкачан у нас Maledict. Воинственный вечток. То есть типа да, но что-то воевать. Ты посмотри, опять ловит Рубик. Да посмотри на телекинез. И пытался сам, сам не слышал его забрать. Осталось лоу хп. Добивает его Риперсайф. И Санейка еще и выживет. Да? Да ладно, боже, какой апхил. Будет Глимс, есть Глимс, Рубик, но Рубик тут теперь точно погибнет, SF идет в драку, тут Кинетик Филд, NS, полетели касочки, хорошие касочки, очень хорошие, Шачло на хайграунде, стан по SF, ну и бежать надо, боже ты, смотри на эти каски. Закрыли Шачло здесь вардами. Ой-ой-ой, кстати, он стоит. А тут теперь заходит, уже мы видим, чешуйский кот ставит на сферу. И его глимсанули отсюда. Да, не очень удачно получилось, в итоге он уходит. В итоге размен на Акса на Рубика. Ну и вот ПР показали, что если им дадут хилить, то их вообще никто не поубивает. Бедняжка Акс, его второй раз подряд на врыве просто ловит Рубик. Это такая жесть. Нет, первый раз, правда, его каски Вич-Доктор спаляли. Сейчас телекинезис был, прямо на ёблинке. Так неудачно он врывается и все время оказывается под атакой. Вот, не помню, надо как-то поаккуратнее летать, Акса убирать. Чешский кот в миде, кстати. Стыки ему плотно Эйпмазер напиливает на ровном месте просто. 700 хп куда-то делось. Да жмут-то, ребята. В лесах. Ханскин видит дитяра. Каски полетели. И НС должен зарабатывать фраг. Да, браво, НС. 1-0-5 НС имеет.
Тут тем не менее Эйпмазер ультанул. Хорошо, но он должен погибать. Эйпмазер юзает стики, пытается отбежать. И его добивает там сейчас Шедуфинд ультом. Ну, точнее, своим смертельным, предсмертным вздохом, скажем так. Но Джиггернаут забрал Сефа. Ну, опять-таки, 2 в 1. На лоха побегает Робик и Вичток, там такие бедняжки, битые суппорты. На самом деле, не подоспел сюда Шачло, он просто не успевал, кидал на блинках, уже пытался отойти. Но немножко не хватило РНЖ. Ну да, когда нету Некрофоса, то, в принципе, очень уязвимы ПРы. Ну, сильно я удивлен, что они не собираются вместе, пятером идут в атаку. Вот и NIP сейчас, наоборот, пытаются зажимать оппонента, очень играют агрессивно. Несколько заходов на чужую территорию, на чужой хайграунд. Может быть, не самый удачный, но зато показывают, что готовы. Ну да, они идут в атаку, да. Самое главное, они просто идут в атаку. Ну и мы видим, что 4000 голды ведут Power Rangers, 5000 экспы. То есть преимущество есть, но оно еще не критическое. И оно в принципе, удобоваримое, скажем так. Вполне отыгрываемое. Ну вот пытается отчаянно через год нафармить себе на Мом. Очень этого Мома не хватает в его же хроносферу. Осталось не так-то много, и вот попытаются сейчас ПР забрать Тауэр. На дефе Виномайнсер пока. И, скорее всего, здесь будет драка. Или Fortification. Ну, пока пытается разменивать быстренько НИПы. Мы идем Bloodlust на Джиггернаута. Ну и тут Тауэр в миде. NIP отдают. А Войд уже на топ. Готов прыгать, стоять Купа. Ханскин будет глимсовать. Да, глимсует. Возвращает, видимо, Несса. А что делал дальше? А ничего. Ничего. Просто глимсанули Несса. Попугали его немножечко и все. Это не из пугливых. Да, это да. 15 минут прошло, и по-прежнему у нас ПР впереди, и по-прежнему у нас НИПы пытаются придумать какие-то, найти какие-то лазейки. Так, ну вот-вот-вот НС опять. Не удалось Ханскину закрыть его сейчас. Попробуй убей этого ВИЧ-доктора уже. Ну, в который раз у нас NIP заходит на чужой хайграунд именно по этому же месту и все время под вардами, под виженом от ПР. И, ну, читаем мы такие мувы, скажем так. Да, действительно, как бы тут стоит сентри, разбить. Ну, заныканные можно, если сюда кто-то поставит какие-то варды, сюда. И вот такая вот она спокойная игра, скажем, для ПР, она им очень выгодна. У них есть два Мидаса, у них есть фармящий Войд. Все, в принципе, для счастья есть. У нас наконец-то за сегодняшний день есть игра, где на 20-й минуте не ясно, кто победит. Ну как не ясно, уже какие-то предпосылки есть. Ну типа да, предпосылки есть. Ну Бладстоун появляется у Шачло понемножечку. И вот Акс приобрел Блейдмейл. Это, кстати, неплохо, Войд приобрел Мэднес. И, наконец-то, появляется мека у Виномайса. Помнишь, ты сказал, что немного позже? Немного позже. Минут 10 прошло, да? Ровно, да. Там была 9-я, это 19-я. Так. О, посилки заходят. А там чешский кот спрятался. Так, видит. И его вот сейчас разорвут просто. Силкида, НС, Дезвард. И это минус Силкид. Крома, конечно, плотный герой, но чешский кот. Ой, Ханскин! Отлично. Просто отлично. Минус 2. Ну и никто не летел, никто и не мог прилететь. Там бежал Эра, но Эра понимал, что уже поздно, и он вряд ли там что-либо сделает. Робик и Санейка, хорош. Какой уже раз он? Третий раз подряд. Раз, да. Кстати, по поводу того, что не смогли прилететь, линейку Тайтин Тауров спушили уже ребята из ПР своим оппоненту, и действительно сейчас не настолько мобильный NIP, как им хотелось бы. Ну и смотри, Янус Фэн все-таки бежит за этим Рубиком, и сейчас его таки ловят этого Рубика. Ну. И Блейдмейл, и вот он. И он не слышит туда, нет? Не, ну это было бы немножко слишком. Не, ну за такие телекинезисы. На тебе. Он не слышал. Будешь знать. Да, Шачло может теперь хилить все больше и больше. У него очень много маны. У него хорошая легенда той самой маны. Можно спокойно пушить. Так, одно ТП. Второе, чешский кот, подожгли его. Есть глимпс, сайленс. Ну, тут изи фраг. Вот тут. Как любит говорить НС, дешево отдался чешский кот. Ну, развел противник на статик шторм. Фантастика, да. Это из разряда развел на ману. Да. Цитаты. Это же так известных важно. Игроков, да. Так важно. Да, цитаты известных игроков. Пацаны, развел на ману, врывайтесь. Всю ману с них выкачал, просто всю. На подходе у Тиара там уже необходим ему артефакт, конечно. И Акс тоже пытается его собрать. Пытаются эти ребята вынести себе откуда-то эти шмотки. И... Ну, да, Аксу действительно сложно, несмотря на то, что он там... Ой-ой-ой-ой-ой, Акс! Тэп-аут. А сбить никак. Персик Сколь находил Шачло, и поэтому Рипер дать не смог. Ну, а СФ такой себе сбиватель ТП. Да, Шачло, если бы ему там, не знаю, получилось бы там полсекунды еще хотя бы, если бы у него было для того, чтобы выйти все-таки из Берсерка Скола и дать ультимейт, то, наверное, понятное дело,
Он бы не убил его, но остановил бы хотя бы. Я думаю, там бы они этого Акса заковыряли бы рано или поздно. Ну да. Понемногу, по чуть-чуть. Шведам нужно сейчас как-то забирать товара, где-то брать деньги. Вот на топе как раз-таки вышка стоит и пошел Эра. Эра уже довольно мощный. Так, Эра крутится. Чистка катана тут подстанет. Дезвард, который пока никого не бьет. Так, тут чистый кот, ТП. Эра, очень больно пили. Там не слэш, где? Вот он, нам не слэш. От Эры, как четко он все делает, Эра. И там Рипер залетает все-таки. А теперь он не слэш от Снейка. Маны, да есть мана. Вот он, нам не слэш от Снейка, хорошо же даблкил. Короче, Санейка прям божила на этом герое. Он вообще молодец, да. Просто царь. Ну и 2 в 3. 2 в 3, ну, кстати, это 2 в 3 в пользу Непол. Ну, вот трап деньги показывают, что ПР, но все-таки Непы забрали двух основных фактически героев. Ну, да, флэнера и мидера. Так что заработали они тоже немало денег. И опять-таки не забываем, что все это было без Акса. Был бы Акс, было бы веселее. Да и Виномансера тоже не было. Как бы замес такой был... массивный, и там на мастер титуле своим поездом могут помочь. Мавр пока находится на фарме. Да, но у нас по-прежнему просто какую-то образцово-показательную игру выдает НС. У него 2.08. Вот вам стендин. Неплохой. Ну оказался. Да. Откопали его тут. Так, шачло. Опять же, опасные передвижения Акса в чужом лесу. И тут видит еще и Мавр. И Мавр уже есть поинт-бустер, тоже будет выходить в агоним, но это. И тут чистый код пошел Джонасом Фан. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Блейдмейл-то! Вот это было зря. Ну а что он мог делать? Просто не врываться. Ну да, включаешь мом, начинаешь бить, а там Берсеркерскол. И ты стоишь, бьешь Блейдмейл, сам себя убиваешь с момчиком и получаешь по голове. Кстати, рейндж Квиллингблейда был восьма хорош там уже. Да-да-да, как иногда у Найкса тычки залетают такие. Или Утини там. Да, или Утини, да. Куда-то на другой хайграунд там махнул так себе. Легко. Опа! И минус Jonas of Fan. Неплохо. 57 секунд таверны. Отомстил. Прочло? Да. Мавр очень опасно передвигает, дает пользу нову по всем. А что же он будет делать дальше? Дальше. А дальше Шагинат. 8 секунд у Эры. Он успеет. Шачло убил. Дезвард. Энесса просто убьет тупую. Эра. Сейчас будет через секунду. Убил еще одного. Эра должен уже прыгать. Эра. Эра просто с руки. Эра в сайленсе. Эра во втором сайленсе. И распрыгивается Эра. Вот это да. Это просто жесть. SF три раза отменил свой ультимейт за месяц. Отменил три раза, а потом, когда хотел его кастовать, он получил статик шторм сверху. Все, SF ничего не сделал. Вот это была жесткая драка, и это еще не все. Эра пришел, увидел, победил. Все просто, конечно, сразу же на Рошана будут заходить ребята из NIP. Блин, ну как Эра все классно делал в драке? У него не слэш, он мог его раньше кастовать. Он прекрасно понимал, что он может улететь куда-то в нейтралов, еще куда-то. Он все сделал настолько четко, пока действовал Madness. Он НС убил просто с руки, пока НС стоял, держал палку, которая дамажила там всех вокруг. Но в итоге вот драка получается, конечно, очень сильно в пользу ребят из NIP. 25 минута, если гоним. Отлично. И камбэк от NIP, ничего не понятно, посмотри на эти графики. А все. Все, преимущество, как и не бывало. Да-да. И Джиггернаут с Аегисом, и Джиггернаут имеет два косаря в кармане. И Акс там тоже неплохо, у Акса почти уже готовый. Посох этого самого черного короля. А, ну, интересно. Да, причем после таких камбэков начинаешь смотреть по-новому на артефакты у той команды, которая этот камбэк сделала, ты понимаешь, что не все так ужасно, как было. Да, все у них отлично. Там просто замечательно. Потому что бомжи, ничего нет. Там ты глянь на дизраптор. Да, это я вижу, половина. Тут нормально. Тут половина, там 1400 не хватает. О, это, кстати, вообще будет агабелла. Не, ну тут, опять же, мы тут теоретически какие-то утопические теории выстраиваем, что вот 5, да, в Static Storm, в Poison Nova. Как в прошлой драке. Ну, как в прошлой драке. Ну, все в этот Static Storm встали, и все, и стоялись, и думали, что им делать дальше. Кстати, сейчас БКБшка у SF, это должно немножко помочь. Ну, не против Эры. Эре уже пофиг на БКБ, он просто бежит и бьет. Ну да. И ты ничего против нее не сделаешь, у нее тоже очень хороший левел. Хочется отметить, что вот как-то не зашел в эту игру чешский кот своим Faceless Void'ом. Да. Скровед не очень получается. И вот он, чешский кот, Глимпс. Но Глимпс не самый удачный. Купол, чтобы убежать, и уходит отсюда чешский кот. Вот куполочки, даже если ставятся, дэмэджа в них практически нет. А если не ставятся, то умирает чешский кот. То есть, ну как-то
Это пока Faceless Void себя еще не нашел. Видимо, просто нужно удариться в фарм. Вот для ПР все для этого есть. То есть два Мидаса плюс Faceless Void. Лейт против Виномансера у них, очевидно, лучше. Как ни крути, и фармить им можно. Это как запасной план. Жаганаут думает по-другому. Жаганаут? Жаганаут, у него есть свое. Он может кнопку нажать, и все умрут. Или несколько, как Эра в прошлой драке сделал, когда он просто всех убил с руки. Как же он больно бьет, а под Бладластом, под Мэднесом, это настолько быстро. В драке стоит по 322 лепит. Угу. Снизу все время атака на Ханске могла бы быть, но там куча ТП, Снэйка пытались глимсануть, не очень удачный глимс. Снэйка хороший кинетик пилд поставил, сбить ему нечем, не доставал силки, не доставал совсем чуть-чуть. Ну, Санейка тоже неплохо, хорошо сориентировался, украл Kinetic Field, поставил, чтобы не догоняли там. Угу. Молодец, молодец. Ну, развел на кучу ТП-шек противника, правда, сами ПР тоже потом ТП-шки провязали на своей линии фармить. Ну, и вот видим, что ПР совсем уже перестали активно бегать и что-то делать, они решили просто действительно фармить свои артефакты. Но они продолжают, вот они даже, когда проигрывали очень серьезный early game, они все равно начинали там драться, они залетали в чужие леса, они пытались гангать, и после камбэка они продолжают этим заниматься. Отрадно видеть такие хорошие движения от команды. Не, это действительно правильно, и это интереснее. Но сейчас снизу, я так понимаю, за Т2 тавер, наверное, белорусам уже придется драться. Или же они в миде навяжут драку в миде. Пытались поймать Йонсом Фэна на развороте. Он что будет сейчас? Там Дезвард от НС слишком рано. Слишком рано. БКБ не засосал и уходить. Дезвард от НС по-прежнему стоит. Так. Кстати, шторм. Ханскин. Шачло, чтоб не дал... Ай, да тут через кикот пошел. Хроносфера маны не хватает, куда? Ой, лол! Куда? Ой, лол-лол-лол-лол, как же так просчитаться-то, стан, мультикаст, и какой да. Провал! И дальше ведь можно продолжать, и Несте Пау делает нечем сбить. Сбить нечем, там все в кулдауне, и Йонусов Фэн прилетел моментально сюда после. Буквально полсекунды, как ошибается чешский кот. Ну, блин, в разгар драки ты иногда можешь действительно просчитаться, типа там идет война какая-то, драки, ты тут прыгаешь. Ты видишь противника, они троем рядышком, ты на бойте ходишь. Not enough mana. Enough mana. Да. И вот он, счет равный. 18-18. NIP сравнялись. По фрагам с Power Rangers'ами. Ну и по деньгам они... Должны быть впереди уже. Ну, в принципе, веселые качели. Ну, правда, по экспириенсу действительно впереди NIP. Нафармливает Ханскин себе на необходимый артефакт. Я там смотрю, что и у Джиггернаута уже появляются задатки на серьезный такой урон. Да. Если Эра до этого очень хорошо бил, сейчас он, я не знаю, как он будет бить. Он будет просто убивать всех с удара. Ну, где-то так, как сейчас, только в полтора раза больнее. Посмотри на это, на этот Attack Speed и D. Ну, это просто жесть какая-то. Просто Bloodlust это на 50 Attack Speed получается. И плюс еще у тебя момчик, ну, это просто жесть. Вообще по-доброму, конечно, потом приобрести БКБ и вообще ничего не чувствовать. Не, ну слишком просто. Слишком просто. Слишком просто. Ну зачем? Потому что лучше Аганим и Даггер там. Да, согласен. Аганим и Даггер это самое оно. Нет, конечно. Ну да ладно, конечно нет. Ладно, 30 минут игры за нами. Power Rangers NIP. Это первая карта. Четвертый четвертьфинал. Последний на сегодняшний день определяется последний полуфиналист. Сетки Виннеров, напомню, что команды не вылетают, они падают в лузера пока еще. Ну а завтра уже с утра у нас будет два вылетевших коллектива. Команды, которые, скажем так, займут 7-8 места. Появляются нужные артефакты. Здесь МКБ появляется, тут появляется синий посох. И вот с этим аганимом... Йонсу Фэн, вот если он сейчас сорвется, то будет печально. И он срывается. Он срывается, но хочет. Но. Не, он передумал. Передумал. Правильно сделал. А передумает ли ПР? Нет. Ну, а тут уже непонятно, что делать. Понятно, да. Вообще, вот этот вот аганим появляется не только у Дисраптора, тут он и на подходе уже и у Гармага, то есть и у Виномансера он давно уже имеется. В общем-то, суппорты и не суппорты кор-героя с этими аганимами становятся намного сильнее. Действительно, есть задатки на такую лейтовую игру от этих суппортов, чтобы быть полезным. Да, да, согласен. Как бы действительно, они не просто, чтобы быть полезными, они действительно будут полезны. Они будут полезны. Это факт. У нас в этой игре количество аганимов будет зашкаливать, чувствую. Прям всем по аганиму. Акция сегодня, по четвергам. Причем суппортом ПР тоже необходим. Что одному, что второму. Ну, я, ну, одного уже, ну, как, нет, ни одного еще нету, НСу. Ну, необходимо, то есть. Двушка еще осталась, ну, а там уже почти у двух есть. Да, вот так вот, и за счет этого, как раз таки, вот мы видим по таблице, собственно, NetWars, что
у пэров есть два героя, а дальше просто забей. Там у дизраптора больше, чем у Вайда, столько же денег, да? Uh-huh. Вот как раз таки у Непов герои держатся более-менее близко друг к другу. И им немножко попроще в этом плане играется. Да, ну если бы ПР, конечно, изначально знали, какая ситуация у них сложится на карте, думаю, Фессел свой бы тоже не постеснялся и купил себе Мидас. Ну типа да. Чё нет? Игра вот уже на 30-й минуте, он бы ему уже окупился, у него бы дополнительный атак спид. Why not? Да. Хорошая крестик. Слепси добирает необходимый артефакт, ну и в целом у нас пока продолжается стимфарм с одной и с другой стороны. Кстати, ты был прав по поводу Джиггернаута, что можно купить БКБ и расслабиться, он действительно начинает собирать БКБ. Или это будет с инженершем? Аганим. И дагер. Аганим. И дагер. И, кстати, Аганим это очень хорошо. Аганим это просто жесть. Нет. Да. Да? Да. Лол, 12 прыжков. 12 прыжков. 12. А потом еще лишние 8 ударов там еще. Просто жесть. Раз в минуту ты просто. Но если у нас на Сларке рефрешеры собирают, так что нельзя на этом, что. Так на Сларке на рефрешере это нормальная тема. Значит, на Джаггернауте это фигня, да? Вот на Сларке это круто, на Джаггернауте не собирают. Сейчас эта игра за 60 минут дотянется, мы у Фесла свой до рефрешера увидим. Он же сейчас стоит маны, ой-ой-ой. А, да, тут последний купол же 300 маны уже стоит. И с рефрешем у тебя 900 маны. Где Войду взять 900 маны? Аганим купить. А все равно не даст, все равно не хватит. Как это? А вот так? По-моему, не хватит его. А может, хватит. Должно хватить. Это еще 16 левел, то есть тоже чуть больше будет маны. Не знаю, надо считать. Падла. Очень падла. Так, ну вот Коргеры и ПР тоже добрали себе вроде бы необходимые артефакты и, возможно, уже попробуют что-либо сделать, а может быть и нет. Единственное, чего их защищает как бы КБшка, да, это ульт Виномансера. Ну да, может быть еще Гермак. Суть же в том, что тут Эра их будет физикой убивать, uh-huh. по-серьезному. Ну не только Эра, у нас есть еще, собственно, Акс. Так и Дисраптор тоже с этим артефактом, ну, он да. не особо чувствует БКБшки и все остальное. Ну, появляется еще один Аганим, там будет еще один Аганим скоро. Масса гонимы тут. Довольно веселая ситуация. Ну что, появился у нас камнеголовый. Скоро, скорее всего, на него отправятся шведы. Ну, ПРМ пока, наверное, нет особого смысла лезть туда. Почему-то мне кажется, что Джиггернаут пока еще намного сильнее, чем ребята из ПР за месяц. Ну, пока да. Пока это было видно, что пока у них нету какой-то возможности, не знаю, зафокусить, а у них нет возможности зафокусить, у них нет возможности даже застанить. Не, ну типа за купол Faceless Void, да, возможно, можно было бы как-то слить, но пока куполочки как-то не очень заезжают в команд ПР. Да, все они какие-то, скажем так, подгулявшие эти купола получаются. Ну, Чешский Кот раздуплит сейчас, Малоштром у него уже есть, он прыгивает, находясь в Ханске, на не думая, сразу же ставится хроносфера, начинает вот бить. Это верно, вот это абсолютно листа. Верно. Все. Вот так и надо. Вот увидел, прыгнул, убил. А там Занека, ты посмотри на косте за Оксом до конца телекинезис фейтбол дал, своровал что-то. Это что-то сейчас он будет применять? Нет, нет, пока нет. И вот привет, Янус Оффен. На 100 секунд. Без возможности байбека. Неплохо, неплохо. Вот так расслабились немножечко непы. Ну, это время они, конечно, используют. Используют с максимумом. Ну, они забирают себе очередной Аегис. Вообще для кор-героев NIP вот, и для всей этой команды забирать Рошана очень важно каждые там, ну, 10 минут. Вот это вот шачло, которое есть и присутствует у ПР своим ультимейтом. Да. Один раз он тебя накрывает, да, и все, 120 секунд. Что бы ты ни нафармил, что бы ты ни сделал. Да, сколько бы у тебя ни было слотов там. Как бы твоя команда драку не выиграла. Mm-hmm. Действительно, один Reaper Size и все, и ты приплыл. Игра закончена. Да, тем более это будет чувствоваться ближе к лейту уже. Yep, you're completely right. Да, у Джиггернаута все же Blacking Bar, это не Аганим, слава богу. Не, он может, что? Еще тут не все потеряно. Тут логично, что надо БКБ все-таки, конечно, опять-таки. Ну, напрашивался этот артефакт. Вот с тем, как бьет Эра всех. И если у него еще будет БКБ, иммунитетка вот к различным этим телекинезисам и прочей гадости. Просто включил и убил. Включил и убил, да. Но опять же остается только одна проблема – хроносфера. Как она будет заходить за Месси? Сможет ли команда ПР поставить хроносферу, и да, чтобы Шачло спокойно давал Рипер в этого Джиггернаута, и они о его появлении вообще не парились? Да, действительно, у ПР все будет хорошо. А иначе, как останавливать Джиггернаута, непонятно. Веселый сейчас был момент. Нас сюда тыкнул Варт вот здесь на руне.
И пошел в эту сторону. И отсюда сделал тэп-аут. И его пары бегают по лесам. Где он? Куда он делся? Задрот. Неста про варды гайды писал, если что. Про нычки все вот эти вот. И нет, и не один раз. Оп, неплохо. Да. Было понятно. Спалился еще до этого. Так, Рубик поднял. Проблему сил кида. На развороте стан. Тут же Эйпмазер. Хороший ультимейт. Купол влетел. Но Юнас Сонфен не в куполе. И как это плохо. Там Дезвард, кстати, неплохой. Дезвард очень неплохой. Юнас Сонфен проседает. И Юнас Сонфен погибает. А где же Гернат? Вот он начинает прыгать своего мне слэша. Разбирает таки он Некролайта. Ну и 3 в 2. Там байбек. Амнинай. Говорю, Амнинай. Извините. Джигернаут. Акс. Ой-ой-ой, дитяра. Да. Но все-таки проиграли эту драку. Но там 2 байбека, то есть. Да, 2 байбека, но все равно 2 в 4. Как бы НС поставил шикарную палку и казалось... Атмосфера хорошая была, в принципе, да. Да. Еще Бакс, конечно, зацепить. Но Акс там, по сути, один там, ну, мало что мог сделать после Берсикскола. Но СФ просто... нанес 4000 дэмэджа почти. НС пишет, что дэмэджа вообще не нанес. То что-то как-то не совсем правильно, по-моему. Нет, там Десват нормально стоял. Да, он там... Ой-ой-ой, теперь будет заставлять делать байбек СФа. И они действительно будут заставлять его делать байбек. Ай, хорошо-то как, здесь Санейка сыграл. Моментально рекс, да, байбек СФ, никуда не уходит, не пы, они продолжают бить Т3 Tower. И на Сопфен, в принципе, готов прыгать. Такой эр еще остался Эгис. Ну да, и у манта, у него вообще все есть, только маны немножко не хватает сейчас. Ой, да лол, вот как опасно-то. Быстренько иллюзии разобрали, варды и пошел барак. Понемногу пошел барак. Вард украл. Ой, кстати, вард-то очень хорошо у Снейка. Ну и вот так. Цена одной драки, казалось бы, когда нападали ПРы. Угу. Но опять же, пошел Джекинал, всех победил. Тем не слышит, но это грязь. Да, действительно грязь. По-другому не опишешь. БКБ он даже не нажимал, потому что ему не надо было. А так зачем-то? Ну, там все уже ПР раскастовали. И вот смотри, покупает себе обновленные ботиночки, помоднее. Теперь будет летать быстрее, бегать скорее. Ну, команде своей подтягиваться на какие-то файты, да, на инициацию стороны противника. Будет там много проще. Да, сейчас еще можно посплитпушить, прилететь к своим, еще посплитпушить, еще куда-то прилететь. И так вот это постоянно. Или можно пока с двумя ботинками бегать. Ну нет, с двумя, конечно, нет, слотов просто тупо нету. Итак, Непы после этой драки опять-таки вырывается вперед по деньгам и по XP на там около 5000. Ну и самое главное, что здесь голые бараки в миде. И следующая драка закончится, скорее всего, потерей стороны, если ПР ее, не дай бог, проиграет. Счет 22-22. Шикарный ровный матч. Наконец-то, да. Да, как и все предсказывали, что эта игра действительно, она очень ровная. Я вот, наконец-то, начинаю замечать, у ПР какие-то артефакты уже против непосредственно Джаггернаута, каким-то способом начинать... Да, да, ну то есть Санейка шарит, то есть он понимает, что убивает Джиггернаут, сам не слэша всех, и с руки тоже. Ну то есть Юл, Гост, Эзериал там, пожалуйста, это все в принципе будет неплохо смотреться. Хотя бы вынуждает Джиггернаута покупать дефенс. Ой-ой-ой, чеширский кот, завис, и до свидания, чеширский кот. Правда, не пробил его почему-то Акс, и не совсем понял, почему он его не пробил, он был 18 левела, и не получилось, есть байбек. Так, тут хорошо отблинковался у нас от Гейля. СФ БКП прожал. И переждут БКБ, отойдут, байбек, чеширский кот. Ну, опять много чего лишнего было потрачено. Но по факту я не слышу, что Джекернаут остался, поэтому Непы вполне могут драться сейчас завязать. Вот, чуть не поставился, опять же, Фейслесс Войд, очень опасно играет. Если бы его сейчас глимсанули еще, это было бы просто жуть, где-то в воздухе поймали, да. Вторая смерть, это было очень неприятно. Ну, у Эры пропал просто-напросто Эгис, поэтому надо прекращать эти попытки продавить. Тут надо или ждать нового Рошана, там минуты 4-5, или идти, не знаю, отправить какие-то драки. Эра пытается уйти, накрывает его. И тут его убьют. Вот так можно? Вот так нужно. Правда, сейчас Рипер был потрачен только для того, чтобы сбить ТП, но... Ну, в любом случае, да. Это правильно, это абсолютно правильно, все равно 80 секунд таверни, ему придется выкупаться. Так бы он, ну, если бы сейчас убили еще Рипером, то вот игру можно... Минус сторона, да, скорее всего. Пойти и трон снести можно за 120 секунд, или сколько там бы он сидел, этот товарищ. Загуливать нельзя, Джекернаут, конечно, ни в коем случае. Так, ну так, докупает себе тоже Аганим. Ну, кстати, вот уже на такой минуте, на 41-й, это Аганим как-то не очень смотрится на Аксе. Ну, все равно в прошлой драке вещь не пробил. Был бы Аганим, он бы пробил, наверное. Ну, вот немножко там не хватило. Ну, кулдаун 6 секунд, опять-таки, в крипа убьешь, бежишь, там, ну, грубо говоря.
Фишечки, ну, к тому, что типа можно было повышать свою просто выживаемость взамен, типа покупать тараски какие-то, там, кирасы для своей же команды, джиггернаут того же самого. Догоним. Ну, посмотрим, что с этого выйдет. Ну, я думаю, на IP особо торопиться не буду, дождутся появления следующего Рошана. Аегис в первую очередь. Да, и сыр еще ж будет. Им и вообще сыр. Не надо никуда спешить. У них все более-менее хорошо. Они впереди, да, немного, но, блин, вот у них, говорю, у них сейчас самая большая проблема, это действительно вот тот самый некролит, который одной кнопкой может отправить тебя на 2,5 минуты куда-то вот туда наперекур, не знаю. И все. И так можно тупо проиграть игру на ровном месте. Но вот возле Рошана уже начинает тусоваться, хотя только до появления таймера, и у нас еще целая минута. Так что, ну, просто тут позиция. Позиция, да. Важная, наверное. Вардинги и прочее. Да, у Эры мы видим, за счет этой смерти денег немножко поубавилось. Нет у нее никакого другого артефакта. Обычно мейн кэрри на 40-й минуте, там, за 3 минуты выфармливается еще один какой-то артефакт. Но тут мы видим, Эра перемещается по карте ближе там, к своим ребятам. По топу решил снить, потому что не видно. Не видно им, где находится ПР. Вот только видит, что снизу два героя тусуются, где остальные, они просто не знают. Точно так же не знают Power Rangers, где находятся соперники. Ну, та самая стадия игры, когда не хочется встревать, и поэтому передвигаться стараются вместе. Аккуратненько держатся друг после друга. Ну, а потом... Доктор Аганим, неплохо. Очень даже кстати. Неплохо. 5-2-9 НС, на секундочку. Ну, вообще, стоит отметить, что НСу Death Ward особо-то и не сбивали. Вот на памяти мои эти замес, которые проходили. Нет. Он ставил... С руки его убивали там. Ну, бывало дело, да. А так сбить такого не было. Вовремя ставит, не спешит и так далее. Акс! И хорошо. Манта, Дезвард в ответочку и сразу тут же шачло. Ой-ой-ой-ой, не пробьет. И Йонас Фэн уходит отсюда. Там СФ ультанул, все прожали все. Купол поздно, там уже все попрожимали. Джиггернаут в ДТ прыгает на дитя. Ра! Ой-ой-ой-ой-ой, сколько здесь дэмдж. Там они, знаешь... опять один умирает. Ну как так? Санейка, Санейка, слэм-данк. И дальше до конца. Инесса тоже будут зажимать, тоже минус 4. И живых остается только Некро. Ape Mother, фантастика. Ну вообще, вот сейчас, опять же, ПР тоже все прожали, уже был поставлен Десвар, и после этого только через кикот вырывается, ставит хроносферу. Куда-то один. Получилось не очень. Да, зачем? Зачем, когда все ульты потрачены? Когда ничего нету, куда ж ты прыгаешь? Ах, ошибка тут получилась опять в драке. Ну и Эра с дабл дэмэджем, там, хилься, не хилься, беги, не беги. Да, он не слышится. Нереальный дэмэдж. Ну и нету байбека. Минус. До 4 надо идти бить. Или они уйдут? А третью сторону не сломать, там Т2 стоит, да. До 4 идти бить, в чем проблема? Не хотят. Не хотят. Минус две стороны. NIP. Вот так вот. Казалось по ходу игры, что у плеера все отлично. И вот помним, одна драка, вторая драка. 6.83. Одна драка и все. 6.83, да. Тут нас сегодня Asus Polar пытались там 20 тысяч закинуть, но... Не получилось, они старались. Немножечко не вышло. И 5000 у Эры денег. Ну что, это что-нибудь опять же на урон. Тут, в принципе, пока Эре ничего не мешает. По факту, все, что необходимое для жизни, он собрал уже. И вот. Refresher, да? Шучу. Это должен быть... Ленка. Это Refresher. Да нет, это Ленка. Это Refresher. Очень хочешь Refresher? Это рефреш? Отлично. Так, теперь считаем. 700 плюс 375. Это 1075. Братан, у меня для тебя неприятные новости. Ну да ладно. Никто же не обязывает его подряд два юзать. Ну да, да, да. Потому что он у него всегда был. И еще один рефрешер появляется тут тоже. Тут хватает, конечно. Тут тоже надо 1400 маны, чтобы два рипера дать. Но тут хватает. Там первым рипером кого-то убьешь, тебе на регенит, короче, там это не проблема. Тут просто проблема в том, что пока ты будешь первый рипер давать, тебя убьют. Вот такая проблема существует. Ну, типа да. Ну, вот этот джиггернаут с этим рефрешером, это такая вот интересная история, конечно. Сегодня у нас у Сларка рефрешер, сейчас у джиггернаута рефрешер. То есть, не часто такое увидишь, еще не у некролит. Ну, у некрофоса ты увидишь еще, но посмотрим. Итак, драка шачло, спалились. Не очень удобная ситуация сейчас ПРам заходить на чужой хэкграунд, они это прекрасно понимают, и нужно, наверное, отойти. Ну вот хороший был момент, они понимают, что ни в коем случае нельзя отдавать шведам еще один Аегис, тем более с сыром.
Ну, вот Эйпмазер уже готов. Вот, палит через клокота. Ну вот, Лангара сейчас начинается. Те стоят на горе, они все видят. Вот прибежал сюда Ханский. Хотел гримсануть. Туман войны все шли. Да, да. И Нарошана. И Нарошана. Эра иллюзиями чекать. А там крипы просто пушат в стороны, и некуда деваться пэр, им нужно ходить на базу, им нужно дефать, иначе да. они потеряют просто 4 трон. И поэтому так вот позиционно, скажем, NIP Браво. Отодвинули своего противника. Они ничего не сделали в драке, они просто стояли, все, они стояли и смотрели так с горы. Что там эти мелкие людишки делают там? А, бегают, а, окей. Теперь на базу бегите, да. Сыра Эгис и NIP сейчас должны, наверное, попытаться закончить эту игру. Закончить первую карту этого четвертьфинала. Кстати, как два подряд Omnislash дать? Джиггернаут сейчас на чужой базе. Omnislash даст, пойдет от фонтана, умрет, потом второй Omnislash. Как план тебе? Круто. Ну все. Вообще круто. Прям план капкан. А лучше он даст один мне Omnislash, дизраптор ему маны зальет, и он даст второй. Ну, а так маны сколько он там зальет? Ну хватит. Хватит? 135, как раз хватает. Если фуловый Джиггернаут дает Omnislash за 350, второй 700 и тут 375, то есть... 1075. То есть хилинг вард не ставится вообще? Хилинг вард не ставится, да. Ну, 140, это уже ну, не хватает просто. Просто не хватает. Надо два аркантапка, а есть только один. Это плохо. Это плохо. Не хватит немножечко. Акс ворвался. Ой, пытается цепить Faceless Void, немножко не хватило RNG. Но там уже рядом и Disruptor. Ну, Glimps давать не стал. Ну, нормально, тут линию подпушивает иллюзии. И как бы сейчас вот этот тавер будет понемножку падать. Там курьера убили рейдинговского еще 2000, он стоил, поймали Шачло, его поднимает Шачло, Шачло в сайленсе, там Дезват, АТНС наваливает, очень вот, больно, Дезват! Вот, Эру, хорошо! Ой-о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 й-
пошел. Манта, отлично. Эра ушел на иллюзии. Эра все в иллюзии. Просто все в иллюзии. Там сейчас в ответочку будет. Ну вот Орипеша пожал, Ману теперь не хватает второй Амнислэш. Но там Амнислэш ушел в никуда абсолютно у Санейка. И Санейка тут пытается уйти. Эй, Базер гелем не попал. Лил. Ну. Телекинез, Микан скиливает еще и Сэф, подвинул к себе, чтобы Сэф смог бить. Виномозгель в ответочку, Санейка хорошо отыграл, Мавр пытается уйти, касочки пошли и... Сэф оглимсанули, или что с ним сделали? Эйп Мазер жив, да, Сэф оглимсанули подальше. Ну, драка была такая, на тоненького, скажем. А Эгис потерян. Вот в этот раз Хроносфера зашла под Десвард. Вот да. Та задумка, первых два пика, которые делали ребята из ПР, вот только сейчас играла. И Десвард, конечно, дамажил просто невероятно. Так да, ну вот второй раз, правда. Эри этой маны не хватает, просто жесть. Значит, купить себе на ману, что ли, не знаю, что-нибудь. Soul Booster. Просто Energy Booster, ну что-то. Ну сейчас Древла можно продавать, покупать арканы. Это очень много маны добавит. Очень много. Не, ну нормально. У него 3800, за 3800 можно что-то купить такое, что дает и дэмэдж, и ману. Что такое? Скади. Во, норм. Норм же идея, норм. Или, слушай, диффуза. Диффуза. Вот такое. Линка вообще, норм. И диффуза, грейдануть сразу, плюс 10 инты, нормально. Короче, вариантов, как понимаем, у Джиггернаута очень много. Так, что-то он купил. А он бутерфляй покупает, да? Абсолютно верное решение. Ну что, без двух сторон Power Rangers, по-прежнему дефицит. 50-я минута первой карты. Какая упорная у нас игра, и по-прежнему шансы у ПР на победу на этой карте есть. Да, большие шансы есть. Опять же, только хорошо поставить все свои способности, и все действительно будет хорошо. Ханскин, ой, подцепили шачло, что будут комплицовать. БКБ. БКБ, хорошо. Ханскин тоже такой супермобильный дизраптор. Ну и заставили прожать БКБ Некрофоса. Опять-таки, каждая секунда здесь важна. Мы это чудесно понимаем. Ну вот не пойдут далеко ПР, ну никак они не могут это делать. Просто-напросто надо по чуть-чуть, вот так по шагу продвигаться. Не памп, потому что ПР вынуждены возвращаться на свою базу. Как-то отбиваться от этих крипов. Ну ПР единственный вариант, это на своей базе, а дефаться, хорошо провести замес и на камбэке уже ворваться, раз нести трон противнику. Там теперь они находят Джиггернаут. Некр хорошо среагировал, это блинкаут. И эра. Ну а как они его тут достанут? Никак. Ну хотя я тут рядышком персонаж уже бегает. Вард увидел. Дисраптор. Не знают они. Или знают. Все, теперь он уже вообще ушел. Они не знают, где он. Кликают. Ой, нашел! Лол! Это жесть. Просто.
А че же они так долго думали, если знали? Вопрос. Ну, добиваете Снапта перед смертью, конечно, Шачло, но... Смерть, смерть Шачло. Да, неплохо так, Непы. Прекрасно понимали, что он где-то там, что ему никуда в другую сторону не уйти. Знали, что у него нету ТП-аута, то есть ему придется блинками, у него просто слотов на ТП-аут нету. Ну и вот... Пришли и убили. Т2 в миде. Есть байбек, да, нормально. Тут пытается сплитпуш у нас ребята из ПР. Приходит Эра. Паники, дитяра и... Ой-о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 й. Дитяра. Подожди, а как сплит? МКБ. Дезвард. Дезвард, неплохо. Байбек есть. Здесь засали НСа. Эйпмазер уже рядом. НС. Что мало крутится у Енусов Фэн. НС отстанется. НС, но сейчас умрет НС, да. Филинг Блейд, минус. Вот сейчас Аганим, кстати, пригодился. Сейчас вот пытается уйти. Таймволк, тэп-аут и ушел. В любом случае, все плохо, конечно. ПР. Да, тут байбек, конечно, заставили потратить эру. Это важно в данный момент. Потому что, ну, у него байбек в кулдауне. Ну, хотя байбек там не кролит, это такое. Ну, а сейчас без СФ, а СФу надо... Надо будет делать байбек, как только сейчас шведы дойдут ближе к базе. Будет вынужден дитяра тратить еще кучу денег на то, чтобы выкупиться. Но проблема большая, что хроносферы нет. А, ну это тоже минус. Это огромнейший минус, и ПРам целую минуту придется дефать как-то без этой просто крайне необходимой способности. Вот Виномансер на тревелах уже летит к своим тиммейтам. Возможно, последний пуш матча нас сейчас ждет. Нет. А куда вы, ребят? Ну, байбек, СФ на байбек развели и спокойно решили отойти. Ну, в принципе, да. Почему спешить? Скажем так. Эра по-прежнему деньги не зарабатывает. После своего байбека ему придется отложить, скажем так, планы появления баттерфляя. Нетворс у них стоит тупо на месте. Не меняется. Да. Еще несколько секунд будет стоять, хотя он выкупился уже минуты полторы назад или две. Деньги он просто не зарабатывает. Ну, точно так же, как СФ сейчас. Ну, правильно сказал, что действительно некуда торопиться на IP, я не буду ждать следующего Рошана. Если ты хочешь победить, а я думаю, очень на IP хотят эту карту взять, без каких-либо шансов для камбэка со стороны противника, они будут ждать Рошана. Дождутся еще один сырой Егис и уже там как-то будут додавливать. Возможно и так. Но опять-таки, потому что ПРМ есть чем агрезация, они очень неплохо это делают. Ну, Терри нужно еще нафармить немножко, у него там в курьере же нету еще ничего. Так что тут вот два курьера летают у шведов. У каждого по курьерчику просто, не знаю. Свой, зачем. Собственный, да. Свой собственный курьер. Элитный такси какой-то. Возит все, что надо, куда надо. Ну что, 55 минут? Стоят позиции обе команды. Ждут. Ну блин, каждая драка в этой игре, это, конечно, просто какая-то лють. Это бомба. Да, и непонятно, чем она закончится в начале вообще, и что там кому надо делать. Ну, пока, в принципе, если мы видели, если поставлен купол и после дезварда, да, либо дезвард, ну, после купола, то все, конечно, очень круто. 7-4-11 у НС, просто шикарная стата. У него Аганим 18 левел, и вообще саппорты отыгрывают очень хорошо. Санейка 5-5-12, НС 7-4-11, да, ну, Вайда 3-11, это, конечно, беда, и 3-8 у СФа. Кстати, по поводу чистку кота, вот очень будет важно... Выбрать себе правильный четвертый. Опа! Давай. Опа! Дезвард! Ой-ой-ой-ой, как сейчас будет больно команде NIP! Ты посмотри на этот дэмэдж! Эра погибает! Хаскин погибает! Жесть! Виномансер у нас. О мой бог! Минус 4! И Виномансер тоже в таверне без байбека! Без байбека Эра! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Хроносфера и Дезвард! Все, победа! Вот то, о чем мы говорили. О мой бог! Это что? И курьера будут отдавать. Ну курьер такой себе. Гем решили просто подарить противнику. А тут надо Датрона идти. А тут да, тут все. Тут только Датрона. И им хватит времени. И ничего не сделает NIP. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Без двух сторон. Один раз подставились под купол. Одна хроносфера решает, действительно. Можно было тысячу раз поставить хроносферу не точно, чистый код, как это делал на протяжении всей игры, но поставить один раз хорошую хроносферу и все. Какая жесть. Т4. Они не оставляют шансов никаких. Нету глифа. Падают на 4 ГГВП, NIP проигрывает первую карту. Феноменально. Вот она интересная дота с невероятными разменами камбэка. Да, вот это вот, конечно, крутая игра получилась. Ну вот они Power Rangers. Мы в
Вспотели, ребята, вспотели. Какой же плюс к морали получают команды, когда выигрывают такие матчи? Это да, но потому что здесь было определенное сосалово всю игру, скажем так, да. И вот мы видим под конец игры, все-таки одна драка решила все. Кот должен быть доволен. Да, ну и вот очень расстроенные шведы. Они делали все верно, они делали все абсолютно правильно. Ну, может быть, немножечко они слишком сейфово сыграли. Когда мы сказали, что им некуда торопиться, но они пошли в чужой лес. Да. Когда некуда торопиться, это своя половина. Да, поля. Идите по линии. Зачем? Куда? Ну, блин, по линии у себя там на базе. Куда вы? Ну, идти туда, где у тебя нет вижена, зная, что там есть... Faceless Voids. Да, конечно, ошиблись ребята. Ну, бывает. Бывает. В любом случае, отличный матч получился. 55 минут он шел и... Ну, я не знаю, как сейчас будет, конечно, на второй игре, как себя будут чувствовать Нипы. Я надеюсь, что будет карта такая же. Не важно, с каким исходом. Но чтоб вот... А еще желательно третья, хоть одна игра 2-1 у нас должна закончиться, потому что вот это вот 2-0 целый день. Хорошим было бы завершением такого дня рабочего. Да. Вот это 2-0 эти надоели, а 2-1 и надо, чтобы сейчас отыгрались. Нипы все-таки они заслуживают явно сейчас на победу. Они в этой игре заслужили на победу. То есть ребята из Power Rangers, конечно, молодцы, но... Нечестно немножечко по отношению к Непам, скажем так. Ладно, 1-0. Power Rangers ведут в счете в этой серии. Вторая карта начнется после небольшой 5-7-минутной паузы. Никуда не разбегайтесь, мы скоро вернемся на последний четвертьфинал сегодняшнего дня. Аполло тепер доступне на Землі. eSportBets.com – сервис, где геймеры ставят реальные деньги на виртуальные события. Только здесь лучшие коэффициенты и самый широкий охват игр от Dota 2 до Hearthstone. У нас зарегистрировано более 200 тысяч пользователей. Присоединяйся, докажи, что ты лучше всех разбираешься в киберспорте. Кто сделает first blood? Кто заберет первого Рошана? Кто выиграет на живой раунд? Участвуй в гонке предсказателей и зарабатывай реальные деньги. Чем больше ставок, тем больше бонусов. Вознаграждение за первый депозит до $600. eSportBets.com. Живой азарт и холодный расчет.